Меня в президенты, да. Я бы пошел, первое, что я сделал, придя в президенты, я бы распустил армию сразу. Правил бы столько, сколько успел, пока против меня импичмент какой-нибудь не сделали. Нейтрализовал все законы. Убрал бы запрет на всякие вот сексуальные вещи, связанные с сексом. Запрет на всякие детские, всякие вот, то, что детям нельзя. Пусть делают, что хотят. Убрал бы все запреты, чтобы дети имели возможность с самого детства познавать мир. Чтобы они могли жить в ощущении полной самостоятельности и что на них не вешают никакой вины. Я запретил бы школу, нахуй убрал бы, просто уничтожил бы. Создал бы в них дома для встреч по интересам, школу танцев. Убрал бы нахуй полицию, дал бы возможность людям свободно развиваться, как они хотят, и обмениваться, чем хотят. Тот, если хочешь делать айфоны, делай айфоны. Хочешь машину строить, что строй машину, хочешь картошку выращивать. Выращивай тем, кто строит машину, твоя картошка понадобится. Он с удовольствием обменяет эту машину на качественный картофель, который ты произведешь в своем огороде, или что-то типа этого, не знаю, морковку выращивать, какой-то редкий вид ягоды, какой-нибудь жимолость, что угодно, не знаю, может, там что-то еще умеешь. Это будет обмен. Убрал бы нахуй деньги, просто бы все, чу-чу-чу, и съебался бы сам. Там нет у вас никакого президента. Все, до свидания. Что-то типа этого. Ну, разоружил бы армию точно. Открыл бы границы все. Welcome. Хотите, заходите. Паника бы начала. А как так? Вы даже представить себе не можете, что такое свобода и что она может дать. Вы только представляете, ах, свобода, это значит, знаете, как вот в основном люди мыслят, не каждый из вас, но в основном, свобода, это значит, что делай, что хочешь, убивай кого хочешь. Первое, что вам приходит в голову, это убивать, грабить, ебать. Да, наебитесь, награбьте, наубивайте, это все изживется, это все комплекс, ну, это фобии наши, которые, ну, ничего с этим не поделаешь. Все друг друга стали бы мочить. Я бы не стал никого мочить. Ты за себя отвечай. Значит, тебе нужна помощь. Таблетки не помогут. Да, айваску. Все начали бы какие-то потихонечку ритуалы делать, просыпаться, чтобы люди проснулись. Когда человек просыпается, пробуждается, ну, ничего не хочется, никого, ни на кого не кричать, уж тем более убивать. Люди не готовы к такой утопии. Я готов. Я человек. За всех.